Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами прохождение RimWorld, Hardcore SK. И дальше продолжаем собирать весь мусор, как я и говорил ранее. У нас теперь очень-очень много будет мусора. Так, давайте-ка вот это вот прекратим тут. Здесь перенесем. Трупешники там все перенесем. Давай переносим. Дальше давайте-ка здесь вскопаем. Как там дела у тебя? Вы перетаскиваете, все перетаскиваете. Так, гость. Тебя. Угу. Отлично. Отлично. Так, еды мало. Еду. Обозом. Кого? Идет. Что такое? Бамбук. Это мало. Вот. Вика пойдет, значит. Викусик. Так, давайте-ка быстренько переносим. Блин, вот броня... Надо перчатки им срочно делать. Так, кстати, да. Перчаточка. Где у них тут? Кожаные, рабочие кожаные перчатки. У нас 5-6 человек, да, будет? 5-6. С чего будем делать? Компоненты, кожа... Пофигу, из чего я главное сделаю. А сапоги, сапоги там еще. О, блин. Я его спас, и он не захотел со мной остаться. Печально. Надо было, мне кажется, пораньше спасать. Что-то опоздал. Перенести. Ты идешь. Да.
Блин, тут малярия может. Давай-ка, перетаскивай быстро. Хотя вот это вот нафиг. Они его обычно одевают и мешаются. Не понял, а ты чё съел? Траву дым листа, что ли? Да ну не зажигай ты, чё за... Ну... Так, Вика. А, ты разделываешь, да, молодец. Так, ваш предмет отличный. Шкура оленей. Нужны перчатки модифицированы. А где он? Кто ты его положил? И одел, что ли, хуже? Боги. А, да, ты их одел. Молодец. Молодец какой. Так, глубокое бурение, все уже, да, пускай таскает тогда пока. Так, здесь мы... Давайте, наверное, здесь поставим. Для очистки воды из сточных вод включают в себя физический, химический, биологический процесс очистки сточных вод. Давайте пока вот эту, наверное, поставим. Я не знаю. Частота не изменится. А если я выгребную яму сломаю, что и потом? Пикательность, частота минус 35. А сколько нас человек? 5 штук, да? Раз, три, четыре, пять. А чем ванна отличается? Что-то она ничем не отличается. Пускай под душем стоит. Давайте дальше выкопаем, наверное. Так, а здесь у нас чего не хватает? Здесь у нас не хватает механизмов, да? Да, нам с вами механизм. Давайте, пускай развлечется и сейчас перенесем тут все.
Так, еда, еда, еда. Пока вручную. Бляха, и нет. Ладно, придется. Придется дойти. Где там еще это? А ты чё? Опа, а чё это он? Ну-ка, ну-ка. Отлично. Одного мы убили. Давай, переноси. Инцидент. Что случилось? Понял. Ладно, фиг с ним. Так, Вика, давай, 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 давай. Надо и много еды. И здесь пока всех назначаем. Пускай купаются, блин. Так, гости. Гостям надо тоже сказать. Зону добавить. Купаются. Так, Вика. Отлично. Я тоже плюс к настроению, да? Ага. Ну, вроде жизнь налаживается. Жизнь потихонечку налаживается. Блин, в пустыне вообще там деревьев нет. Интересно, как там выживать. Если только там из кактусов дерево получается. Кактус. Кактус что, горит, что ли? А? У них же вода там дофига. Так, мнение о комнате. Темное окружение. Темное окружение. Тебе не нравится? А, подожди. Так. Так, Вика. Рабочие кожные перчатки. Так, а у тебя теперь мне надо ботиночки сделать. Сделать обычные ботинки. Что нужно для тебя? Вот, давай сделаем. Пять штук. Давай, иди делай. Подожди, я
Не понял, идите, блин, это. Требить труп? Чё, придурок? Все, больше тут трупов нету. Больше трупов нет. Ну это пускай эти же рубли. Так, а это нафиг нет. Давайте все-таки все выкопаем. И скажем, наверное, здесь тоже пускай все выкапывают. Здесь мы поставим. Где у нас стол, мастерской электроники у нас есть. Так, у тебя оловянный. Эй! Ну ладно, у нас шкура дофига. В принципе, вот так вот и прокачивать их можно. Ладно, давайте-ка лучше мы... Это, по-моему, бесконечно. Потом уже, когда прокачается, да... Какой у тебя левел? Посмотрите, кстати. 14, ну до 16 прокачается уже нормально. Так, здесь мы скажем... Эрико... Тайма... Блин, а девочек, наверное, мальчиков отдельно. Сейчас посмотрим, будут они так между собой ругаться. Не. Давайте поставим, наверное, выгребную яму где-нибудь. Так, приказы, регена. Туалет типа сортир. Собирать человеческие отходы. Да. Бумажку носить с тобой. Давайте, наверное, поставим вот здесь вот рядом с этим. Понял, понял. А, так еще и на земле надо где-то ставить, да? Тогда вот здесь пускай. Цветокамень бы найти, поставить. Кстати, а мне же, по-моему, будет то, нет? У нас что, перли... Прикаты... Кстати, а где наши... Раптеры? Второй где? Один у нас дох, мы его убили.
давай-ка собирайте-ка всю эту еду. А, сурикат нам нафиг не нужен. Там места мало. Один убежал, что ли, получается? Ладно. Так, а у меня олова не осталось, да, практически. Восходные ботинки. Ты сам-то одел их? Когда таскают. И нам нужно железо еще где-то. Так, подождите. Собрать простой механизм. Компоненты. Стальной сплав. У меня же вот есть стальной сплав, что они не делают? Понял я. Чё, опять не работает этот, что ли? Ну, это у меня сказано. Чё, пауза? Продолжим. Надо бильярд еще им сюда поставить сейчас. Так, а чем вы недовольны теперь? Хочет есть, красивая нет. Как это? Давайте каждому тумбочку поставим. Во. Каждому поставим по тумбочке. Оно что дает? Оно скорость выработки иммунитета и скорость работы за верстаком. Увеличивать комфорт и немного эффективность сна. Прикатель. Ну. А если я... Нет, не сплав. 17. 7. Ладно. Сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Надо шкуру срочно куда-нибудь перетаскивать, потому что она очень много отнимает привлекательности. Весело будет сейчас терминатор попадет. Ну, ё-моё, ну...
Давай, Вика, просыпайся. Еще и это место попадет. Типа ешь ли? Куда ты идешь? А, у тебя развлекуха такая, да, в комнате закрыться и постоять. Да ладно, у меня древесины нет. Давай, Вика, собирай. Заправляй. Все вручную надо вам делать. Готовь. Надо удобрить еще землю. Сколько там удобрений тут, да? Давайте удобрим. А можно вот так вот вообще сделать. Все равно еще дофига народ будет приходить. Так, ты у меня тут все выкопал, что ли, нет? Отлично, тумбочки поставили. Давай, давай, готовь. Сильно устал, сиди поспи. Сейчас мы вот это все потратим, весь перегной, потом еще сделаем. Ага, а вот и атака. Но эту атаку мы оставим с вами на следующую серию. Так, что у нас тут? О, как раз еще дробовички идут. Отлично. Ну что ж, всем большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.